Привет, мои дорогие, с вами Оксана. Сегодня я предлагаю вашему вниманию обзор одежды с китайского сайта Rom. Ведь тем, кому это интересно, оставайтесь со мной. Тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. Сразу скажу, что вещи, которые я вам показываю в своих видео, это вещи, присланные мне с этого сайта для обзора. С этим сайтом я сотрудничаю 1,5 года и надеюсь, что мое мнение, мое впечатление о тех вещах, которые я выбираю, все-таки трачу на это много времени, чтобы показать вам что-то новенькое и интересное, чтобы вот эти вот обзоры вам помогли в выборе, чтобы вы не плюхались и, как говорится, не тратили свои денежки зря на неудачные покупки. Вот, собственно говоря, для этого я и делаю свои обзоры. Мои обзоры, как можно, я делаю честнее, если там какие-то есть неполадки, если какие-то есть дефекты, я обязательно говорю об этом и с удовольствием ориентирую вас с размерной сеткой. Вот следующую, вернее, вот эту вот вещь, которую я заказала в этот раз с этого сайта, мне прислали в размере S. Это платье. Вот так вот оно выглядит. Собственно говоря, оно выглядит так же, как и на самом сайте. Была приятно удивлена качеством вот этого платья. Вот эта вот вышивка, она выполнена подручную. Но, естественно, это не ручная вышивка, и машинная, но выполнена очень-очень даже так похоже на то, как бы ее выполнили вручную. Платье это под джинс, такой стиль типа джинсовый, но на самом деле это легкая облегченная ткань, но цвет имеет джинсовый, поэтому эффект, как будто эта вышивка выполнена на джинсовой ткани. По низу также идет вышивка, покажу вам. Оно широкое, рукава такие вот типа крылышки. И это платьишко имеет карманы, и бабам, это очень-очень даже в плюс идет этому платью. Я очень люблю, когда вот на таких свободненьких платьях есть карманы. Это как бы немножечко такой привольности добавляет, легкости. И вот это вот платье, вернее, этим платьем я осталась очень довольна. Интересно, что вырез вот горловины и спинки абсолютно одинаковый. По составу сказать, девчонки, ничего не могу, потому что нет здесь внутри никаких бирок, никаких опознавательных знаков. Но вот так по ощущению скажу, что есть, конечно, тут и полиэстер, есть и катон в составе. Но на ощупь ткань очень приятная. Мне это очень понравилось. Покажу вам, как это выглядит на мне. Еще раз показываю вблизи вот этот вот орнамент, который вышит. Ну, в общем, так интересно, конечно. Мне вот это понравилось. Вот эта вот особенно вот кромка так прошита, как будто вручную. Но она выполнена настолько вот ровно, аккуратно, что, естественно, вручную это просто невозможно нереально сделать в таких вот масштабах. Итак, девчонки, вот это платьишко показываю на себе. И уже поподробнее расскажу по поводу длины, вы сориентируетесь. И по поводу того, как оно сидит на теле, в общем-то, смотрим, как оно на мне. Итак, девчонки, показываю, как это платье выглядит на мне. Вот это вот вид, как говорится, спереди. Посмотрите. Но чувствую я в нем себя очень комфортно. Вот такое легкое, дышащее. Глубокий вот такой вырез с передней части. Такой же глубокий вырез и на спинке. По плечикам лежит очень аккуратно, вот такая вот задумка, рукава тоже интересная, мне тоже это нравится. Но платье вообще стильное, и сейчас, девчонки, покажу по размеру, сориентирую вас. Вот карманы, вот такой вот длины это платье, на мой рост 1,58 м, оно вот так вот выглядит, идеально, 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 очень-очень мне нравится. Платье, конечно, легкое, легкая вот вышивка. Я даже не знаю, вот если подобрать по стилю какие-то мокасины, может быть, сандали какие-то в стиле боха, что-то, может быть, сумку какую-то с бахромой, вообще супер. Если так это платье обыграть в стиле вот этом, вообще классно. Ну, мне очень понравилось. Девчонки, присмотрите. Единственный момент по росту, может быть, кому-то будет маловато, потому что
Я посмотрела, там в размерной сетке небольшая разница в размерах в плане прибавки сантиметра снизу по длине. Но вообще, я думаю, если девчонки кто-то высокий, то вполне можно носить и как туничку вот это вот. Нечто. Кому как, а мне это вот платье. Присмотрите, девчонки. Еще раз полюбуюсь с собой этим платьишком. Думаю, что никакого пояса, никакого ремня оно не требует. Оно именно свою вот эту вот особенность имеет за счет того, что оно такое широкое, свободное, рукава вот такие вот. Само, в общем, просто набросил на себя и пошел. Классный платье. Посмотрите, с легкой ткани. Итак, девчонки, следующая вещь, которую я хочу показать вам с китайского сайта Ромви, это брюки трикотажные. Цвета хайки, покажу уже на себе. Брюки эти на резинке, высокие, с карманами боковыми и с карманами на попе. Вот так вот они выглядят. По низу также имеется резиночка. Кстати, вот эти вот брюки я сейчас примерила с туфельками и поняла, что вполне уместно и возможно эти брюки использовать в качестве вечернего аутфита. То есть, если какую-то блузку нарядную сверху, и вот эти вот брючки, они вполне выглядят себе так нарядненько. Ну и также можно использовать их и в качестве спортивного тоже выхода какого-то занятия, для занятий спорта, потому что трикотаж очень комфортный. Девчонки, сейчас поближе покажу я вам. Так, еще полюбуйтесь. По длине они вполне подойдут даже на рост 1,75 м. Потому что они мне тут вот свободненько. Вполне тут еще, да, есть сантиметров 10 в запасе. Такие вот классные брючки. На шнуровке. Классные. То, что вот карманы есть боковые, конечно, это придает комфорт. И они вот сама по себе, ткань очень приятная и эластичная. Мне как бы очень комфортно в них. Да, вполне можно и с туфельками, и с кроссовками, с какими-то ботиночками. Классные. Сейчас покажу вам я их, девчонки, поближе, чтобы можно было в полной мере понять, что они из себя представляют. Смотрим. Я показываю я эти брюки при близком рассмотрении. Тут вот даже имеются вот такие вот шлевочки для того, чтобы на вешалку можно было их повесить. Качество исполнение прекрасное, замечательное. Показываю, как выполнены швы внутренние. Вот это вот сама резинка довольно-таки широкая и плотненькая. Талию вашу будет облегать вообще супер классно. Задние кармашки тоже аккуратно прошиты. И сама ткань вообще отличная. Такой вот трикотаж, он как бы двухсторонний. Вот внутренняя сторона немножко как бы с утеплением. И внешняя сторона вот трикотажная. Все швы выполнены замечательно. Вот нижняя резинка тоже отлично выполнена. Такая вот. Классно, классно. Брюки отличные. Еще раз повторю, размер я XS заказывала. Точно. XS, чтобы не оговориться. Размер XS. Отличные брючки. И боковые карманы тоже аккуратненько прошиты. И по длине они довольно-таки длинные. На рост 1,75 м, думаю, даже подойдут. Такие вот. Итак, девчонки, на этом все. Кому было интересно, да, перейдите по ссылке. Ссылки, естественно, я на все вот эти вот вещи оставлю. Посмотрите, может быть, что-то вам понравится. И те, кто заказывал, может быть, по моим ссылкам, по моим рекомендациям, по моим обзорам, пишите свои отзывы. Мне тоже интересно иметь с вами обратную связь. И интересно, какого качества вам пришли вещи. Вот. На этом все, мои дорогие. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.